Зарадзіць гаджэт, зрабіць пост у сацыяльных сетках і адпачыць. Усё гэта зараз можна зрабіць у скверы каля Інстытута механікі металапалімерных сістэм імя Белага ў Гомелі. Як рэканструкцыя змяніла нічым дагэтуль непрыкметную зялёную зону у наступным рэпартажы. Проект реконструкции для конкурса по добропорядкованию центрального района распрацевала группа студентов факультета промыслового и громадянского будовництва Белдута. В ИНУ до речи находится каля сквера, а тому хлопцы и девчаты створали утульную зону у тым лику и для себе. У проекте будущие архитекторы уособили свои уластные идеи, а так само сусветные напрацовки. В первую очередь это была идея световых инсталляций, то есть сделать этот сквер в первую очередь для студентов, чтобы они здесь отдыхали и свободно проводили свой досуг. Мы смотрели очень много картинок, вдохновлялись этими идеями, ну что-то исчерпали, что-то свое додумывали, ну и в таком ключе работали. Идеи гомельских студентов перемогли у конкурсе и были увособлены. Простора сквера не только утульная, але и функциональная. Оригинальная подсветка с разными режимами, бесплатный Wi-Fi, а так само лавы, оснащенные солнечными батареями. Тут можно зарядить телефон и планшет и послушать музыку. Каб скористаться этой опцией, достатково долучиться до лавы при допомозе Bluetooth. Мы на сегодняшний день действительно реализовали то, что можем гордиться не только в нашем районе, но и в нашем городе. Я думаю, что такого креативного сквера у нас и Республики Беларусь еще нету. Самая яскравая фишка – арели с подсветкой. Гэты элемент просторы сквера будет корыстаться попытом у гомельчан усіх узростов и может стать одной из самых запотребованных локаций для фотографования. Это превосходно, что такое место в центре города сделали таким красивым. Детям очень нравятся эти качели. 100% лавочки облюбуют студенты с Wi-Fi и зарядкой. Сквер для Института механики металлополимерных систем имя Белага для Гомеля – место саправды уникальное. Увасобить идеи у житё было непросто, а вось ці легко будет их зберегчы, залежить уже от гомельчан. Максим Савин, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».